Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Infa, перед нами Huawei P50 Pro. И в данном видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве подключиться к наушникам AirPods любого поколения. Для этого нам понадобятся самые наушники, у меня, к примеру, AirPods 2. И заходим в настройки нашего телефона, выбираем пункт Bluetooth, обязательно его здесь включаем. И смотрите, берем наши наушники, они должны быть заряжены не на 100%, не обязательно, просто чтобы они были хоть немного заряжены. Дальше мы открываем наш кейс, наушники должны лежать внутри, кейс должен быть открытым. После того, как мы открыли наш кейс, зажимаем кнопку, которая у нас находится на задней панели, или там, в зависимости от версии наушников, может находиться в любом месте. И индикатор, который у нас тоже находится или здесь, или здесь, после зажатия кнопки должен начать моргать белым цветом. Видите, как моргает он у меня? После того, как он начинает моргать белым цветом, наушники AirPods появляются среди доступных устройств. Нажимаем на них, нажимаем «Добавить». Вот и все, теперь мы можем вытащить наушники и слушать музыку при помощи них. Нажав на шестеренку, мы можем отменить сопряжение с нашими наушниками. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!